Довольны ли репетиции? Да, очень. Все замечательно. Все пришли и, в общем, отработали. Так что, я думаю, накладок не будет никаких. Чем вы нашли билет на концерт на Витебской сцене? Будет отличаться от других? Может быть, даже по ощущениям на Славянском базаре? Да, безусловно. Потому что, во-первых, другие исполнители, во-вторых, другая аудитория, другой эмоциональный посыл совершенно, и репертуар другой. В общем, очень-очень будет отличаться. У вас сегодня действительно ни минуты, ни секунды покоя. Найдете ли время, чтобы встретиться, может быть, с другом Владимиром Винокуровым или еще с кем-то, кто сегодня будет здесь на сцене? Сейчас Володя приедет, и я думаю, я с ним увидел. Спасибо, есть работа.